Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Ну, Вито, быстрее, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Ладно, Скалетто, стреляй! Allora, traditori! Надо зачистить балкон, ну! Finita! Cos'è il piano di Gesù? Отступают! Двинули! За мной! Капрал, он говорит, сюда идут еще войска. Вы с Вильямсом снимите пулеметчика, потом ищите пленных. Каждый человек на счету. Так не пройти. Ну, похоже, мы нашли пулеметчика. Берегись! Давай гранату в огонь! Эй, Скалетто, ты там живой?
Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Ничего себе. Видно наверху. Очистить второй этаж. Скалета, идешь? Учить это не сзади! Ты! Есть! Arrenditi o gli faccio saltare il cervello! Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Я его не вижу. А я тут крестиком вышиваю. Стреляй, не болтай. Говорил, поганец. Черт, не выгорит с балконом. Давай обратно внутрь. Утримацисти! Arrivo nuovo! Утримацисти! Монтан, ну бонзи! Там еще есть! Получите! Придите тот кузовик! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ho sparato, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congè quando siamo arretati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, глава сицилийской мафии. Тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Хе-хе-хе! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно.
Вот и он, Эмбер Бэй. Колей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора, и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам Паттон вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что, трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. А, салют, Чинтане. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что? Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камонфратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Приехали. Да, спасибо. Сдачи не надо. Привет. Какие новости? Как дела, солдат? Я дома, так что все отлично. Ты на побывку или совсем? Это секретно. Что нового произошло? Честно говоря, немного. Все хотят, чтобы война кончилась. А еще говорят, это самая холодная зима в истории. Жаль, нечем тебя порадовать. Да, и мне тоже, да. Ладно, пока. Увидимся, старик. Вито! Здрасте, мисс... Вито, это ты! Ты в такой красивой форме! Твоя мама наверняка тобой гордится! А как бедный Сальваторе Монтемаджоре? Как у него дела? Его бедная мама его уже неделю ждет. Сэл пошел во флот, а я в армии. Это разные вещи. Заходи в гости, выпей чаю, Вита. Ты мне все-все расскажешь. Спасибо, но я спешу. Я только вернулся и хочу скорее увидеть маму и Франческу. Такая красивая выросла Франческа. Как ты еще замуж не вышла?
Ладно, передавай привет маме, Вита. Ну же, Мари, отпусти его. Так, мы сейчас вернемся. Черт с два, никуда он не пойдет. Да всего-то кружка пива. Сержант, прижмись-ка, два шага назад. Он и в прошлый раз так говорил, а потом приперся в 3 часа ночи, а вонял от него джином и чужими духами. Эй, Джорджи, ну ты что? Так и будешь сидеть под каблуком у своей бабы? Джордж никуда не пойдет. Марш отсюда! О, значит, Джордж и правда у нее под каблуком, а? Ну, нам больше пива достанется. Пошли. Надеюсь, это наш. Сильный снегопад на восточном побережье! Вот и в гору Харбри. Я тут ледышку уже превратился. И чем дело кончилось? Да-да, теперь видим. У тебя острые глаза. Вито, это ты? Здравствуйте, мистер Монара. Закрываетесь? Да, что ж поделать. Не могу больше держаться на плаву. Я... простите. Война не твоя вина. Кто знает, может, снова открою, когда война кончится. Ну, тогда удачи. Спасибо, малыш. Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, так как ждали. Дела? Иди сюда. Садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Бенича, сеньоре, команчара, кепадунта. Все молча вино, проведенный порог очередь или на ночь. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомбино мио. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет.
Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Вито! Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вито, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Не надо! Вито, что ты делаешь? Вито, прошу, не впутывайся! Эй, мать твою! Знаешь что? Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете! Вы оба пожалеете! Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вито. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вито. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вито. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Черт тебя подери! Да кто тебя в задницу укусил, а? Пистолет уже возишь, но мне холодно. Давай, вот там свежие хот-доги! Никакой конины! Свежие хот-доги! Никакой конины! Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье.
Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся, у меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ! Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похоже, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Вау, вот это кровать! Эй, не знаю, как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих тёлок, так что даже за деньги к ней не притронусь. Это я тут буду спать? Ага, шикуй. Ничего себе! У тебя свой телефон. Да, а теперь и у тебя. Без него в нашем деле никак. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да... Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Полегче, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить?
Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон, 42. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, привет, я тебе Джо. Клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Та еще морока была, но готовы. Спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ... И зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется. Легко. До встречи, Джузеппе. Се Бенедика. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду.